Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Выливаем в миску кефир, подсолнечное масло, добавляем сахар, соль, хорошо размешиваем и начинаем понемногу подсыпать просеянную муку. Хочу обратить внимание, что соду в кефир мы не добавляли. Пока замешиваем без соды. И только в последнюю порцию муки высыпаем соду, просеиваем и вымешиваем наше тесто до однородного состояния. Оно должно получиться очень мягким. Чтобы не прилипало к рукам, руки смазываем подсолнечным маслом. Затем накрываем тесто миской и даем ему отдохнуть 20 минут. Вот и все. Тесто для пирогов без дрожжей на кефире готово. Можно лепить пироги. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!